У обласным комитете природных ресурсов и охоты навокольного осяроддя огучили выники проверки воды у так званым мельчанским коллекторе. Нагадаем, у минулом месяце жыхары Гомельского района звернулись до экологов с информацией об том, что вода у этом водоеме набыла зеленый колер. Главная задача технического коллектора – прием стековых вод, которые потом накировываются на очистные збудования. Подчас выезда на место специалисты взяли пробы воды, которые были накированы для проведения анализов. При этом экологи звернули увагу на тот факт, что отручивания рыбы в этом водоеме не было, как до речи, и неприемного паху. Как высветлилось, яркий зеленый колер в воде надал харчовый фарбовальник уранин-А, который используется для знаходжения дефектов у сетках тепла и водозабеспечения, у тем лику питных. Уранин-А, который использовался на одном из предприятий для определения течей воды при реконструкции системы отопления. Данное вещество не является опасным и для данного водоема, также в быту оно используется для как технический краситель для многих пищевых продуктов, также для шампуней, для подкрашивания воды в аквариум.